большого города всегда происходит масса событий. Мы первыми знакомим вас с самыми интересными и значимыми. Мы сейчас находимся на презентации журнала Midnight в клубе 911. Зажигаем этой ночью! Добрый вечер! Приветствую вас на презентации нового эмоционального журнала Midnight. Наш журнал расскажет вам о жизни города Уфы, о клубной жизни города Уфы, о мероприятиях, которые проходят в Уфе. Идея создания журнала возникла неспроста. Мы хотели создать не просто глянец, а журнал, который будет отражением нашего прекрасного города. Почему именно Midnight? Midnight в переводе это полночь. Мы нашей командой считаем, что именно в полночь жители города и сам город становится таким, какой он есть. Без масок, без забот. За день пережевывая всю информацию, мы окунаемся в развлечения с нашим журналом. Вы уже смотрели сам журнал, что внутри? Конечно, смотрели. Какие-нибудь рубрики вас заинтересовали? Да, заинтересовал клуб «Белый». Вообще концепция сама журнала вам как? Мы можем это вместе. Давайте вместе посмотрим. Очень замечательный журнал, который освещает клубы, рестораны, кафе, спортивную жизнь города. Я думаю, что через несколько месяцев данный журнал выйдет на свои позиции в городе и будет пользоваться спросом. Привет, ты сегодня уже видел новый журнал Midnight? Да, видел, конечно же. В этом журнале даже имел участие как бы непосредственный журналист этого журнала, рубрики в нем. Как бы мои, с головы. Ну, а можно поподробнее о рубриках? Что интересного ждет читателя? Ну, интересные события, моменты, там дресс-код, как правильно одеться, что с собой несет музыка, виды, разновидности музыки, стили, диджеи, истории ихние. Ну, и все остальное, вечеринки всего мира. Ну и так далее. Хотите узнать больше? Живите в ритме большого города и смотрите телеканал M-Television.